целует девочку в метро. Глаза горят и улыбаются лукаво и хитро. Но только девочки, не мальчика, ему да все равно. Лишь только пальчики блуждают. Блуждают, но оно не перевешено, придумано, примазано, чему вполне записано, приписано, но надо ли ему, что ли она-то улыбается, а радуга не ее, просто радуга ее, она хозяйка. Закрыла нас.